Москве состоялась торжественная церемония вручения 12-й национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч». Победителем в номинации «Лучший информационно-публицистический канал» стал телеканал «Известия». В скором времени программы телеканала «Известия» станут доступны жителям Твери. Сегодня «Известия» — это телеканал с круглосуточным вещанием. В оперативном режиме транслируются короткие, емкие ролики о главных событиях в стране и мире. В ближайшее время на 22-й кнопке всех кабельных сетей появится возможность смотреть телеканал «Панорама ТВ», чьим партнером в нашем городе стал канал «Известия».